по правому флангу политических баталий, скажем так, да, то есть, не знаю, как его правильно назвать, ну, правые партии, да, пока не сформировалось какое-то сильное движение. Они в процессе формирования. И там еще есть вопросы, потому что много вещей не обдуманы. Люди просто импровизируют, потому что нет опыта. Это нормально. Но пока нет сильного политического класса на правом фланге, потому что на левом есть, по крайней мере, две партии. К ним тоже есть вопросы, но не будем сейчас устраивать разбор полетов. Да, конечно. Об этом говорят и зарубежные партнеры. Ребята, покажите нам альтернативу. Покажите команду, хотя бы 30, 40, 50 человек, у которых есть видение, у которых есть опыт, и они реально могут заручиться поддержкой народа, да, и могут возглавить страну, скажем так. Вот пока, к сожалению, такой команды нет. И поэтому все это откладывается. И народ тоже не видит готовой команды, в которую можно верить.